Здравствуйте! Сегодня я хочу еще раз представить вам микс. Это Айндем Винтер, страна Англия. Упаковка идет 40 килограмм. Эта позиция у нас идет крем. По составу это мужская, женская и совсем немножко детского. Это несколько вещей. Какие здесь встречаются вещи? Не сказала, за килограмм у нас идет 815 рублей. Себестоимость одной вещи 312 рублей. Так как здесь будут теплые курточки встречаться, теплые кофты. Достаточно такой зимний ассортимент. Такая курточка H&M Sport. Размер L. Женская танковка 46 размера. Легкая. Легкий джемпер Джанина 46 размера. И штанишки на годик. Велюровые. Жилет на девочку. Ростовка 122. Синтепоновая курточка. Женская. Размер М. Немножко удлиненная. Пальто на мальчика Бенетон. 7-8 лет. Легкий жилет женский. Размер Элька на замке. Все вещи в хорошем состоянии. Такой жилет непродувайка. Кроссфилд. Размер L, мужская. Ветровка, мужская Анжела Литрико. Размер XL. Джинсы мужские. Размер 38, ростовка 32. Такой легкий синтетический жакет H&M, размер 8, на замке. Платье F&D, 6 размер, с замками. Мужская толстовка с капюшоном на замке. S. Oliver, размер L. Женский кардиган с махером. H&D, размер M и пояс, вязка, детская толстовочка на 5-6 лет на мальчика, женская танковка X-Mail, размер XL, блузка женская, размер 2XL на пуговицах. Легкая трикотажная кофточка 42 размера. Блузка S. Oliver. Размер L. Толстовка подростковая. H&D на 10-12 лет. Теплый свитер, размер L, теплый такой кардиган на замке и сверху большие пуговицы с капюшоном. Крупная вязка, размер M, блузка, 16 размер. Мужская рубашка, велюровая, Ники Тейлор, размер L. Женская танковочка, размер S. Мужская рубашка, теплая, размер L.
Здесь встречаются также аксессуары, такие как шапки, перчатки, немного шарфиков, палантинов. Здесь вязка и искусственный мех. Трикотажное платье с запахом, размер S. Курточка на мальчика, возраст 7-8 лет, утепленная. Джинсы женские скини, 26 размер. Мужской пиджак, здесь идет на замке ворот, который можно убрать. Размер 50-й. Интересный пиджак. Брючки женские Орсей, размер 36, прямые. Еще одно трикотажное платье с запахом, размер S, фирма Вилла. Легкая кофточка Кено, размер M. С люрексом. Юбка City Mail, вискоза 100%. Так, размер M. Легкий такой гольф, размер M. Еще одна легкая кофточка женская, Tom Taylor. Размер XL. Мужская рубашка 50 размера. Энтони Марата. Далее. Теплая юбочка. На замке. Фирмы я не вижу. Но размер примерно 50. Чуть ниже колена. Юбка La Femme, тоже 75% вискоза и немного шерсти. Размер 42-44. Такая блузочка с кружевными рукавами. Размер S, легкая. Брючки женские классические. Размер 52-й. Лиза Тоза, юбка, вельветовая юбка с пуговицами, размер 40-й, спортивная такая танковка на ростовку 128, 6-7 лет, юбочка S. Oliver 36-го размера. Шапка Макс Пико, классическая юбка до колена, размер 50-й. Куртка с капюшоном на замке, женская, размер L, целик. Такое платье туника Джессика, размер M. Связки. Облегченная курточка. Так, размер 50-й. Еще одна женская куртка, размер M. Женский жакет H&M 42-го размера. Мужской джемпер Pier One, размер M. Уже более облегченный джемпер. Мохито Бар, размер L XL. Такой с искусственного меха снуд. Джинсы женские, прямые. Размер 12-й. Мужская ветровка
размер М. Тоже снуд. Из легкой вязки. Спортивные штаны Adidas. Удлиненная толстовка женская. Замочек идет от капюшона. Бенч. Размер S. Мужская толстовка. Винт. Размер XL. Как видим, размерчики здесь, хоть и присутствуют для Англии, обычно преимущественно это маленькие, но здесь XL, L-ки. Очень хороший размерный ряд. Олимп фирма, 39 размера, приталенная сорочка мужская. Легкий жилет, размер 42. Спортивная курточка, непродувайка, женская. Размер 42. Пальто. Blue Motion, размер 42. Джинсы S. Oliver 46 размера, длина 32. Простите. Еще не мужские. Джинсы 48 размера. Очень хороший размерный ряд данной позиции. Женские джинсы. Размер 12. Еще один джинсы женские с высокой посадкой. Размер 44. Легкая танковка Орсей. Размер М. Брючки женские Камбио. Размер 42. Облегченная курточка с капюшоном, женская. Размер М. Блузка. Удлиненная, как блузка туника. Размер Элька. Юбка Джессика. 36 размера. Чуть ниже колена. Такая, можно сказать, ветровочка Косима. Размер L. Гетры. Джинсовый жилет. Стрит One. Размер S. Джинсики немножко расклешенные к низу. Размер где-то 10. Легкое трикотажное платье с воротом 50 размера. Еще одно пальто Джордж шерстяное. Размер 50. Легкие штанишки на резинке. Размер 42. Вельветовые брюки прямые. Проформ. Размер 44-46. Шерстяной жакет женский 42 размера. На заклепках. Подосковый жилет, размер S, на замке. Такой легкой вязки жилет женский, размер L. Мужская ветровка, хаус, размер S. Подростковая танковка, ростовка 176-164.
мужская сорочка, размер 5XL, поло. Жилет Риджек, размер 2XL. Легкая такая, такой кардиганчик с люрексом и пайетками, Джордж. Подростковые джинсы скини, возраст 14-16 лет. Хлопковые спортивные штаны, женские, Атмосфер, размер 48-50. Олимпийка S. Oliver, размер МК. Брюки классические женские, 42 размера. Брюки цвета хаки, пиле-пиле, 34 размер, ростовка 34, с карманами. Также здесь вот еще немножко аксессуаров. Это палантин с люрексом, очень красивый цвет. Это даже снуд. Очень хорошо подойдет курточке, вас преобразит еще один палантин. Перчатки. Это идет кожзам, новые. Еще один палантин с искусственным мехом. Встречается нижнее белье. И вот еще одна легкая кофточка. Мунсун, 14 размер. Это была позиция Mix A&M, Англия, Винтер. Упаковка 40 килограмм. Стоимость за килограмм 815 рублей. Себестоимость одной единицы выходит 312 рублей. Спасибо.